строителей. И это Аполлон Григорьевич Прилюбский, и значит, который строил мосты на Транссибе, и работал над исправлением ряда мостов над крупными реками, построенных в более ранний период. Это, конечно, знаменитый Арман Струве, русский инженер французского происхождения, приехавший в Россию, француз, но который не только был мостостроителем, но еще и основал механический завод в Коломне. Знаменитый сейчас Коломенский завод, машиностроительный, руководил строительный завод, который только мостами занимался, потом паровозы строили, и первые теплоходы вообще не просто в России, в мире были построены на Коломенском заводе. И, безусловно, инженер Пастухов, автор мостов, Московской окружной железной дороги. Это и Красно-Лужский мост, это и Новоанглийский мост, который в 2000 году был перенесен в карту Горького, мы его сейчас знаем, как пешеходный Пушкинский мост. А, в общем-то, Пруспектов – это, опять-таки же, мосты Транссиба, это мост над речкой Дубриной, на ферму которого оставлена в виде памятника.